Цього разу у «Збійці» говорили про славутий спортивний. А головними героями зустрічі стали тренера відділення важкої атлетики КДУ США міста Славутича Юрій Калінський та Геннадій Зубець. Ветеран ЧАЕС Олександр Забільченко згадав, що важка атлетика була популярна ще в Прип'яті. А про тренера Калінського він розповів. Я коли на нього смотрю, я їм любовь. Хороший хлопець. Як він з нами, з стариками, общественно і... Занимается, особенно с такими, как я, вот, Петрович, Петрович, и со всеми. И с удовольствием Лидия Владимировна скажет, наши ветераны Чернобыльской, все туда ходят, делают там полуприсядки, стоять. Но главное, что он дает нам жизнь. Юрій Петрович почав займатися тренерською діяльністю ще 40 років тому, у 1983 році, ще під час навчання у Мозирському державному педагогічному університеті. Тоді він вже був майстром спорту СРСР. А як все починалося в дитинстві? В дитинстві я от недавно пересматривав фотографії і круглий стіл, скатерть, ну, як звичайно, все просто. На столі стоїть ігрушка, заводящаяся ключиком. И книга. И я присмотрелся, там книга «Кто сильнее?». Наверное, оттуда и пошло. А мне было тогда лет 7. Заниматься тяжелой атлетикой я начал в 8 классе. 14 лет. Раньше разрешалось только заниматься 14 лет. За свою тренерскую деятельность в Славутичи, яка починалась с грудня 1989 года, Юрий Петрович виховав двох майстрів спорту міжнародного класу з пауерліфтингу – Оксану Розмаріцю і Олега Сім'онова, а також понад 20 майстрів спорту України з важкої атлетики та пауерліфтингу. Андрій Курильов, перший кандидат у майстрів спорту з важкої атлетики у Славутичі, який був присутній на зустрічі, розповів про свого тренера Юрія Петровича. Юрій Петрович – той чоловік, який був навчити штангу піднімати і в житті багато воспитував нас в правильному ключі, скажімо так. Всі воспитані практично, ну я за себе точно можу відповісти, що він був як вторий отець. Всегда можна було з ним обсудити будь-які проблеми житейські і, скажімо так, отримати якийсь дельний совет. Це помимо спорту, ну і в спорті, звісно, благодаря йому. Вот. Потом занимался тяжелой атлетикой, потом перешел на пауэрлифтинг, пауэрлифтингом занимался. И вот уже, даже не припомню, наверное, лет 20, как не занимаюсь у Юрия Петровича, занимаюсь самостоятельно. Ну, продолжаем общаться, по-прежнему помогаем друг другу в жизни, встречаемся, делимся своими успехами. А Калинський, в свою чергу, про свого учня. Ни одно мероприятие на протяжении, вот с 2005 года чемпионаты Украины проводим, до этого турниры проводим. Ни один турнир, ни один самый мелкий соревнование не обходится без его участия. Начиная от привоза из Чернигова медалей и заканчивая перевозкой многотонных грузов. И, ну, все. Буквально все. Андрей, и не только он. Максим Александрович, теперь уже, вот, тоже, в общем, команда есть, которая помогает, и ни одно мероприятие, и мне очень приятно, и хочу сказать слова огромной благодарности Андрею и всем моим воспитанникам старшим, что помогают. И понятно, что тянуть дело такое объемное, это тяжело. Поэтому это результат работы вот команды, и в первую очередь тех, кто вот уже прошел это и знает это изнутри. Геннадий Сергеевич, мы в 90-м году, и вот уже он своими результатами сначала ковал историю тяжелой атлетики, а дальше с 2004 года он уже закончил институт, и мы вместе начали работать. И сейчас мы с ним... Зараз відбувається якби плавна зміна поколінь. Максим Шаплика, перший майстер спорту з важкої атлетики у Славутичі, розповів про перші досягнення початківців важкоатлетів, що явно було цікаво для юних спортсменів. Перше досягнення у нас у многих у штангістів, це коли я прийшов і присів свій вес. От ми весим малыши 40-50 кг, присів свій вес 50 кг, все, це вже досягнення. Через 2 роки эти 50 килограмм ты просто начинаешь с них разминаться. Второе достижение – это когда этот вес ты уже не приседаешь, а поднимаешь над головой.
И пошло потом третье, четвертое, пятое достижение, когда ты поднял на 5 килограмм больше, чем ты весишь, на 10, на 20. Потом, когда достигаешь мастера спорта, ты поднимаешь в 2 раза больше своего веса. Вот так. При весе 77 килограмм надо было толкнуть 150, что мне тогда случайно удалось. Страшно, что такого может уже не быть в моей жизни. А потім емоційно згадав про змагання, на яких він завоював звання майстра спорту. Мой норматив був 125-140, як ми планували, 125 рывок, 145 толчок. Як планували? Я пішов на 120, Петрович підняв. Петрович, походу, увидел, що я все-таки слабий, он не став этого говорити, і сказав, следующий день 122,5. Говорю, нет, Петрович, як договорили, 125. Я пошел на 125 и перебросил ее через себя. Все. То есть мне теперь надо толчок поднимать не 145, как планировали, а 150. А 150 я не поднимал ни разу в жизни, вообще ни разу в жизни не поднимал. Два раза ходил в фоте и два раза я не смог ее поднять. И закралось чувство, что опять зря. Опять поехали зря. Ну и в общем... Шанс большой. Да. Пошли мы на эти 140, кое-как я их поднял, все дела. Пошли на 150, и даже не через 5 килограмм прыгнули, а через 10. Пацаны, что там, если поймут, это очень большой разрыв. Просто уже сил бы больше не было. Сил бы больше не было ни на что. Либо поднял, либо не поднял. И первый момент. Упражнение состоит из двух подупражнений. Первое, я должен ее в присед взять на грудь, встать и потом толкнуть с груди. Я беру ее на грудь, и у меня палец заворачивается под гриф, под гриф заворачивается. И уже была такая мысль, черт с этим пальцем, я встану и получается, наверное, вот на вот этом вот кураже и на этом, когда поднимался, а штанга, когда поднимаешься, вот тут становишься, она чуть-чуть подпрыгивает. Я сам не заметил, когда она подпрыгнула, не палец вернулся. И все. А потом уже, как я их толкнул, я уже не помню, потому что там уже отдать все, уже, когда стоишь, вот именно вот пацанам как раз вот интересно будет, когда стоишь и когда вес тяжелый, оно начинает тебя пережимать и начинает тебя давить, вдавливать это. И тут еще есть такое вот пацанское, что либо я сейчас отдам все, взорвусь и сделаю все, что от меня нужно, либо я сейчас просто брошу и скажу, короче, извини, я поднять не смог и нет. И там уже был просто взрыв, и не помню даже ничего, встаю, держу, судья должен сказать опустить, судья говорит опустить, я не опускаю, потому что не слышу его, потом опустить и все. Вот так вот мы съездили. Встал, он взял на грудь, раз, локти, но встал. И я уже стою. Он толкает, и я смотрю в пол. И жду просто уже, штанга упадет, не упадет. Уже у меня сил смотреть не было просто. Я стою и смотрю. Смотрю, пошел туда так, ну вижу, ноги его. Пошли, пошли, пошли. Не падает штанга и не падает. Потом сигнал опустить. Вес взят. Слава Богу. Так что эмоции эти, да. Сейчас вспоминаешь это все, конечно. Сейчас Максим так в красках эмоционально рассказывал, но мне так ощущение, что я сам это пережил. Да. І Макс, спасибо. Другий тренер з важкої атлетики Геннадій Зубець, до речі, вихованець Юрія Калинського, згадав, як він почав займатися важкою атлетикою. Вообще, самое как бы основное это как бы коллектив, который образовался детский именно. И Юрий Петрович, как организатор, который нас организовал, и ну как-то так получилось, как говорится, по-домашнему, что ли. Как дома, на самом деле, мы в ФОКе, он и с Андреем, когда мы начинали заниматься, и Максим, и много-много других, как друзья, и как спортсмены вместе все. И отдыхали, и тренировались, и на соревнования ездили, и на отдых, там, на сборы. Так и стал мастером спорту, институт. Цікава була розповідь про те, як він став тренером. Петрович мені так намекнув, що ли, що а може спробуєш? І ви спробували. Да, я подумав, как бы не то, що там прям сразу бросился. І там да, конечно. Ну, походив, подумав, думаю, на самом деле, как бы я вырос, в принципі,
в этом зале. Ну, как бы я там все знаю всех. Ну, и подумал, и решил, что, ну, есть, как говорится, смысл подумать. И с Юрием Петровичем обговорили. И решили поступать в Киевский национальный университет физкультуры и спорта. Ну и получается, с финансами так не особо там прям много было, чтобы на поступать на контракт там или на что. И я говорю: Юрий Петрович, буду поступать, если на бюджет поступлю, значит, буду учиться, буду работать. Если я на бюджет не пройду, не наберу баллы, не поступлю, значит, не судьба. Ну, поступил. По этому поводу скажу, когда в школе он учился, ну, он таким, извините, ну, был сорванцом. То с коленями побитыми придет, то это, то подерется где-нибудь и так далее. А сейчас так и не скажешь. И учеба, ну, в учебе не блистал. Но когда поступил и перед поступлением, ну, знаете, бывает, происходит, у него голова на месте, просто надо было мотивация какая-то. Произошла метаморфоза, и он поступил, и он в институте отучился, и он специалист отличного уровня. И сейчас я уверен в том, что он сможет полностью вести нашу тяжелую атлетику и без меня. Ну, я это просто говорю, что он готов к этому. Это на далекое, далекое будущее, да? Більше години тривала ця зустріч. Сподіваємося, вона була цікава і молодим спортсменам, які були присутні на цій програмі. А Юрію Петровичу хочеться сказати велике дякую за його тренерську роботу, за підготовку спортсменів. І нам здається, для багатьох вихованців він став другим батьком та виховав справжніх чоловіків, справжніх атлетів у цьому житті.